Всем привет! Меня зовут Ксюша. Расскажу вам про замечательную обучающую книжку «Тачки. Английский алфавит». Купи ребенку ТВ. А данная книжка – это подарочное издание. Странички ее сделаны из плотного картона. На каждой страничке имеется какой-либо персонаж мультфильма «Тачки». Также здесь написана английская буква, английское слово на эту букву, его транскрипция и перевод. Кроме того, на каждую букву здесь есть такое вот поле, которое можно использовать как прописи. Помимо того, что ребенок может изучать алфавит по книжке, он также может слушать звуки и слова на слух. В книжке имеется специальный звуковой модуль. Если нажать на кнопочку, то он скажет букву, также скажет слово на эту букву и его перевод. Например, вот так. Кроме того, книжка воспроизводит звуковые эффекты. Lightning, молния, скорость, я, скорость. Еще у данной книжки есть 4 звуковых кнопочки, которые воспроизводят различные звуки автомобиля. Например, звук завода двигателя, а также звук тормозов. Кнопка звукового сигнала автомобиля. Кнопка с нарисованным спидометром, символизирующая скорость. Данная книжка поможет вашему ребенку выучить английский алфавит, узнать несколько слов на английском. Также эта книжка станет прекрасным подарком. Пока, друзья, смотрите куперебенку.тв. Купи ребенку ТВ.